Добрый день, мы находимся на выставке Mappic Russia 2020. Наталья, добрый день. Расскажите, как себя чувствует retail.ru, что с ним произошло за последние полгода? У retail.ru, слава богу, все хорошо. Мы активно проработали онлайн-тему. Если мы говорим про то, что у нас все-таки закрыт был офлайн, и мы не имели возможности посещать мероприятия в те последние полгода, что были. В целом, сайт прирос аудиторией. Мы были приятно удивлены теми карантинными месяцами, которые там в апреле-мае случились. У нас одна из самых высоких посещаемостей как раз пришлась на эти месяцы. В какой-то мере мы даже немножко поуспокоились, что сейчас меньше аудитория, может быть, нас читает, потому что действительно перестала такой вот быть горячей темой, вот та тема, которая, ну, то, что в последнее время происходило. Если говорить про что у нас далее, да, ну, мы возвращаемся немножко, мы видим, что у нас получается вернуться в формат офлайн. Мы надеемся, что мероприятия, по крайней мере, вот, будут продолжаться. И я рада, что сегодня пресс-центр retail.ru на Mappic состоялся. И уже сегодня более 20 видеороликов мы записали. Так что следите за лентой. Наталья, большое спасибо за ваш ответ. Да. По выставке еще можно сказать, наверное, стоит по выставке сказать. Конечно, очень трудно организаторам сейчас организовать то, что даже сейчас есть. И я очень рада, что партнеры, которые не первый год работают с выставкой, они решились и построили свои стенды, и работают. И то, что я вижу, количество людей, стоящих около, разговаривающих, обмениваемся своими новостями, говорит о том, что площадка Mappic продолжает активно работать и собирать вокруг себя представителей торговой недвижимости. И мы надеемся, что в следующем году вернется тот былой ажиотаж и большое количество стендов, вот, потому что все равно нужно, чтобы такие мероприятия продолжали, работали, и точка встречи, она должна быть, и без экспонентов, конечно, это сделать очень трудно. Ну, ждем, чтобы будет не менее большая выставка далее, а сейчас приходите, потому что здесь есть что посмотреть и с кем пообщаться. Большое спасибо за ваш ответ, спасибо за ваш позитив. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами.